Добрый день, с вами канал Лорама. Первый фрагмент 10 серии сериала «Кто сам упал, тот не плачет» или «Пеняй на себя». Между Серканом и Ализе опять пробежит черная кошка по имени Бахар. Ализе обиделась на Серкана, что он скрывал от нее, что видится в тайне с Бахар. И Серкану нужно будет срочно решить это недоразумение и объяснить, как обстоят дела на самом деле. И что он только по просьбе Альпа не мог ей рассказать всю правду. Сарп хочет встретиться с отцом Кадиром, но мама Тюркан против этого. Нуритин, зная, что Синем приютила госпожу Тюркан и Сарпа у себя дома, и зная, что Сарп в шаге от того, чтобы рассказать всем главный секрет, вынужден помешать ему раскрыть эту тайну. Сарп не понимает, зачем скрывать правду, и будет сопротивляться. Серкан пытается наладить отношения с Ализе и не усугублять ситуацию еще больше. Кукче говорит Ализе, что ей нужно сделать так, чтобы Серкан боялся ее потерять. Синем и Нуритин понимают, что нужно что-то делать, ведь семья Дариджа скоро узнает всю правду. Синем встретится с Тюркан, чтобы сказать ей, что ей пора уже самой рассказать правду своим детям и отцу этих детей Кадиру. Но Тюркан не понимает, как она сможет посмотреть спустя столько лет им в глаза. А Ализе по случайному стечению обстоятельств услышит правду, кем приходится госпожа Тюркан Серкану. Серкан, увидев, как Ализе растеряна, спросит, что случилось. Сможет ли Ализе рассказать ему правду или скроет от него эту тайну, увидим в 10 серии сериала «Кто сам упал, тот не плачет», которая выйдет 24 августа в 20:00 на телеканале ТРТ-1. На этом на все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!